То есть таз вы кидаете вот так. Вот представлен у вас мячик. Мячик. Есть. Нет, опять. Что случилось? Смотрите, вот у вас есть мяч, вот вы в таком состоянии. Вот он с вопросом. Вот вы в таком положении. А мяч? Его надо ему кидать. Вы кидаете. Вы не головой кидаете мяч, а вы вот этим местом кидаете вниз. Ну, при, соответственно, спина у вас зафиксирована. И когда вы кинули, вот вы уже здесь. И вам руки осталось только трицепсами сработать в верхней фазе.